Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех, дома из камня. Я думаю, эту арку необходимо убрать. На самом деле, никуда она не денется, она будет стоять еще долго. Она хорошо держится, так она сделана, как бы тяп-ляп. Новую мы тоже возведем на сухую, возведем лучше, возведем красивее. Сделаем устойчиво и немножко выше. То есть, почему мы так сразу не разбираем, а вот как бы понемножку, по крупицам. Ну, потому что здесь немножко законы так работают, что ничего старого нельзя разбирать, восстанавливать, нужно брать разрешение. То есть мы же это произведем так, чтобы никто не успел очухаться. Еще на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, что же находится в стенах забора. Вот арок, смотрите, все то, что с огорода сгребают, все оно сыпется между камнями и стоит годами. Годами стоит. Я говорю ему, чтобы ломал, не лез под низ, потому что на самом деле очень опасно. Что арку и держит, это ее вес. Чем тяжелее вес, тем она прочнее стоит. Поэтому, если нет веса, лучше туда не лазить. Она может в любой момент обрушиться. Вы увидите, мы сейчас тут уберем сверху вес. И сразу все поменяется, ситуация. Она может сама даже упасть. Смотрите, как камни стоят вглубь, все камни вглубь. И на чем держится вообще? Все вырвали, держится до последнего. Вот эта арка, вот это она. Видите, как работает арка? Какие камни заложены? Все. Отлично. Сейчас мы все это вынесем, уберем, почистим. Вы сами будете свидетелями и увидите все, как это делается. И мне приходится успевать за ребятами, только все снимать и все делать для вас, для подписчиков, для новых заказчиков, для всех тех, которые обожают камень. Потому что я знаю, что такое человек, который обожает камень. Ему не важно, что ты говоришь. Ему просто важно смотреть на камень, смотреть на красоту его облика. Итак, закончили разбирать. Сейчас вот будем делать новую арочку. Здесь немножко колонна пойдет сюда в сторону. Насколько возможно, выровняем. Вот здесь вот наоборот расширим немножко, чтобы вот как-то было ровно. Вот вывели углы, ребята. Немножко нужно вот какие-нибудь щели позакрывать, которые отверстия, видите, между камнями, то есть маленькими холичками. Все отлично. Давайте глянем, чтобы было все понятно. Здесь немножко, видите, насколько, буквально на 40-45 сантиметров вошли мы внутрь, а там наоборот вышли. То есть подровняли немножко арочку. Итак, мы начинаем арку. Все задают вопрос, как я хочу делать это. Никому не понятно, никому не известно. И, возможно, для многих из вас тоже неизвестно, как можно с 1,20 м
вот, по расстоянию сделать арочку. Я сейчас это покажу и насколько возможно подробно. Если вы кинете еще арматуру сверху или фанеру, у вас получится идеальная арка. Я вот так смотрю, где-то мы немножко подровняем, где-то мы немножко подправим. Потом сверху еще кинем арматуру, восьмерку, для того, чтобы наши камни хорошо ложились, одним словом. Так вот, если мы посмотрим на вот эту арочку, она была закончена за час, ну, час-полтора, все, готово. То есть 2-3 человека могут сделать по-быстрому, вполне ровненько, аккуратненько. Зависит теперь от камней, как они будут ложиться. За счет вот таких способов можно много чего делать и можно по-разному делать.
Итак, после того, как заложили арку, сейчас немножко ребята подымут. С той стороны тоже подымут камни вглубь, видите, камни вглубь. И потом поставим 2-3 арматуры, положим, и зальем бетоном, чтобы это было уже действительно надолго и на века. Ну, как-то вот так все. Заканчиваем нашу арочку. Сейчас мы ее разберем, снимем опалубку. Вот. Что касается опалубки, около 100 шурупов ушло на то, чтобы прикрутить все уголки. Убедились уже, что все очень просто. Все сложности, они возникают в незнании того или иного материала. И сейчас мы будем снимать, разбирать на второй день. Можно и в этот день разбирать, если... Но, в принципе, с таким весом лучше всего на следующий день разбирать. У нас арка идет, ширина самого мостика 1,05 м, это как дорожка. Сейчас возьму скрипание, вынимаю гвозди. Итак, у нас вот таких уголков, тут 25 на 35 ушло 18 штук на вот такую арочку. Арка 2 метра, 2,28 арматура получилась у нас. Так же самое, вот такие бруски мы использовали, это бруски от балетов, то есть поддонов. Они очень хорошие, такие стойкие, ну, то есть их можно в стройке хорошо использовать. И вот посмотрите, как у нас все получилось. Антон, он мокрый, у нас жара. Антон, на Украине бывает такая жара, нет? Да. 8 часов утра. Ну, бывает, что курточки удевают с утра. Но. А здесь вот 8 часов, все это самое. Ну, вот давайте посмотрим, что у нас получается. Красота какая получается. Мы потом еще посмотрим, когда мы все снимем, всю арматуру. Вот смотрите, арматура буквально, скажем так, через каждых 20 сантиметров. 6 арматур получилось на 1,05 м толщина нашей арки. Мы это все почистим, где-то порасклиниваем камушками. Вот, и будет чудненькая арочка. Через нее будет проходить вода, поэтому... Ну, и, конечно, может и человек проходить. Я бы такой, чтобы ее чуть выше сделать, такой, чтобы можно было как бы и на велосипедах кататься. Но на сегодняшний день это не запланировано. А так, нормально, хорошо. Я довольный. Я думаю, что каждый из вас бы тоже был бы довольный, если бы на вашем участке созрела вот такая арочка. Заходите к нам на сайт, смотрите поурочно все, чтобы вы тоже умели правильно строить каменные дома, чтобы это держалось, чтобы это было на века. Все, состоятельные люди, стройте из камня, мастера, зарабатывайте.